Millet, bir daha herkese salamlayıram. Prototip 2 bölüm 8 olmalı seferimiz ya da 9 olmalı. Neyse, kaldığımız yerden bölümümüze devam edek. Kısa kısa ona göre çekinem ki, çünkü bu gigabaytlarla yer tutur. Ben yani birden 70, 80, 100 GB çeksem o yani bir güne yüklenecek, 2 güne yüklenecek ona göre. Рейн, глава проекта Возрождения. Ona göre de черт, не нравится. Kısa kısa çekinem ki 15, 20, 25. Yani ben o yadıma düşür ki, indiyənə kimi en çok yaddaş koyduğum oyun Resident Evil idi deyəsən. Bir saatdan çox idi. 70 GB böyle bir gün yarım yoxsa 2 günə mi yüklənmişdi? Onda hələ sürətim zəif idi. İndi maşallah sürət 15'dir. Sitnet'ten istifadə edirəm, sizə deyim biləsiniz. Sitnet'ten çox yararlıdır Sitnet. Kim istifadə etmirsə Sitnet'ten istifadə etsin. Aylıq 18 manat verirəm Sitnet'de. Və 15 megabit sürət. Süper. Süper Liga. Neyse, oyunumuza devam edək. Bu harada da bu? O, buradan gəlir. O, bu da idmanlardan biridir. Ala da ala, gel bura. Neceydi? Buraya görürüm sən bu canı hardan hoca fikir verirsiniz oyunun getdiyiz irəlilədikcə hoca məni kimi mənim deyən kamdan və yaxud Alex Mercer'in məni kimi adamlara verdiyi şey çox alır virus çox alır o məni kimi adamlar yəni çox alır personaj mənim kimi yəni ki oyunda kimi baş qəhrəman kimi personaj kimi olan insanlar viruslar çox almağa başlayır getdiyiz çox alır belə bir şey hələ güclülər çıxacaq qabağımızı görəcəksiniz inşallah olsun. Böyle. Okey. Bunu geçtik. Вагер, это баллиста 4. У меня на борту данные Денниса Уэйна для проекта Орион. Прошу разрешения на посадку. Вас понял. Разрешаю приземлиться на позицию 5. Прием. Вот только еще суперсолдат мне не хватало. Суперсолдат. Сбить этот вертолет. Onu deyir, mənə süper saldatın bircə çatmırdı. Deyir, tez o vertolta çatıb o vertolta darmadağın etmək, partlatmaq lazımdır. Yəni, yerə salmaq lazımdır, yerə yıxmaq, yerə düşürmək, belə bir şey. Mən də tez orada. Okey, çatdıq. Biçini yenə yey biraz. Geldiğim bura. Говорит баллиста 4-3. Враг захватил груз Ориона. Открываю огонь, прием. Внимание все, это Вайпер. Уничтожить противника. Убить всех. Вас понял. Мы разберемся. Я бы не был так в этом уверен. А это ты что за пожару? Вайпер 4-4, докладывайте.
Объект быстро перемещается. Пытаемся догнать. Так. Не хотите объяснить, почему эти данные настолько важны? Там последние образцы ДНК-киллера. Без них мы не сможем восстановить вторую фазу проекта Орион. О, надо же, как жаль. Окей. Вапер говорит 4-4. Объект уходит. Нам сложно его догнать. Это что еще значит? Объект идет пешком, но вы-то вашу мать на вертолете. Немедленно заберите данные или будете толчки драйвить до конца года. Тизел. Проект. Кашан. Кашан дэшти. Минута молчания в честь проекта Орион. Ya ne diyor? Сорен Доналл. Еще один чертов ученый, без которого мир стал бы лучше. Ехал на широк. Buraya görme. Gel bırak. Ничего странного в группе гамма-2 не замечено? Да, они все доктора ксеноморфологии. Ну да, это тоже. Но ты с ними разговаривал? Жутковатые они какие-то. Донал, это же Гентек. Ну что ты? Окей. Вайпер, это доктор Кисино. Сообщаю, что у меня в поле на местах заражения работают две группы. Гамма-1 и гамма-2. Вот я передаю их координаты. Прием. Вас понял, доктор Кисино. На протяжении всего расследования ваших людей будет охранять черный дозор. Прием. Может потребоваться защита получше. Uzaklaşa. Sanç. Checkmate. Гамма-1. Будьте начеку. Прием.
Вас понял. Мы будем наготове. Чертов стукач. Ура. Азгалат. Если бы я мог этого избежать, я бы это сделал. Вайпер! Вот срань! Вайпер! Это 3-2! Группа Гамма-2 вовсю воюет с Хеллером! 3-2, повторяю, все за Гамма-2! Эти ученые заражены, сэр! Они тут летают повсюду! Эдимчик, меня он сонарный отмазался, а? Не из вашего вида. Ничего общего. Остановить его! Остановить его! Ара, 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 ара. Вещи. И ничто, Хеллер! Ноль без палочки! Şaç. Bu misyonu da böyle kestik. Patya, zaşita. Şaç. Misyana keçdi gedək növbəti misiyaya. Növbəti misiyamız. Это Рукс. Пришлёте нам последние координаты Арчер. Ну удачи. Арчер ушла. Пропала, когда Хеллер перебил людей Кёнига. Последним из людей Арчер исчез доктор Гутьеррес. Передаю его координаты. Вас понял. Thank you.
Ах ты ж, сука! Джеймс, где ты? Я ищу человека по имени доктор Гутьеррес. Он работал на Арчер. Найду его, найду Арчер. И, может, докопаюсь до сути этого проекта. Белый свет. Береги себя, Джеймс. Мерсер не дремлет. Не думаю, что ему понравится твое вмешательство. Я его не боюсь. Bəli, Mercedes-də dirmən qorxmuram. Sən bütün hərəkət Mercedes-in xoşuna gəlməcə, deyir, mən ondan qorxmuram. Okey. Это уже реальная тема. А там реальная тема. Черт, куда он делся? Разведи. Этот гад просто меня отвлек. Джеймс, ты нашел Гутьерреса? Может быть. Гонюсь за очередной шестеркой Мерсера. Перезвоню. Проверяй. Ага. Капитан, дуэзем сани. Окей. Окей. Чабра. Чабра. Я все прощу. Гавра, гавра, гавра. Гавра. Нет, не убивай меня. Ты не пожалеешь. Прогеля. Öldürme məni deyir, peşman olmayacaqsan. Öldürməyə görə mənə. Ya bu nə öldürmə? Xən əncin xəşlin çıxartdı. Ты знаешь, куда его доставить? Думаешь, я позволю себе расстроить Алекса Мерсера? Хорошо, доставьте это на базу, Адамс. И поскорее. Она тема, я вообще. Это он? Не, просто шестерка. Он нес сообщение кому-то на базе Адамс. Я уже лечу туда. Уже мы утром ора. Ускорей. Ускорей ора. Окей. Так вот где скрывается дружок Арчер. Надо бы его выманить. Тут поможет трюк со взрывающимся солдатом. Так, если меня заметят, ничего не выйдет. Окей, это зомби, да? Икс. Сава, развяжешь его. Господи, что это такое было, блин? Джеймс Хеллер! Ред Краун, это Редлер 6-1. Несколько зараженных объектов на базе Адамс. Thank you.
Говори, сволочь. Иди в жопу, кусок говна! Рояль, а? Алла. Теряется, а? Доктор Гутьеррес, вы уверены, что действие распространится? Даже малейший образец при внедрении в крупную особь упрощает переход. Арчер просто нужен точный процесс. Оно и правда так будет? Как вы описали? Не беспокойтесь. Как только он установит связь, Мерсер будет использовать весь белый свет до последней капли, до последней молекулы. Ладно, следующий доктор Гутьеррес. Отец, через минуту у нас будет Гутьеррес. Быстрее, Джеймс. Если он занимается белым светом, его будут защищать. А, Джимми Хеллер. Как же наслышан о вас. Какая честь лично познакомиться. А очень приятно. Быстро говори мне, где Арчер, черт возьми. Ха, нет, даже если попросите вежливо. Гелин юхарда давилейли, замата мани олмяк. Ай, салам, гелин ура. Это мучение прекратится, как только захочешь. Хочешь меня остановить? Попробуй. Эволюция вот-вот превратит тебя в... Давай же будем благоразумными. Алла. Тябра. 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 İçinə girdik, içindəki məlumatlara baxırıq, görürük. Nə danışıqları, nə eləri. Aha, Mercedes-in danışıqları. 98% доктор Мерсер. Обработаны почти все запасы белого света. Это плохо. Мне нужно все. Хотите, чтобы я вернулась? Сэр, но риск заражения... Если не вернетесь, риск будет гораздо больше. Окей. Есть. Ага. Ала, что мы ждем?
Eşek, hoşum geldi. Gelir canavar da canavar. Haydi seni keseceğim elli. Urban 11, eşek. 0. Сауламаға мәлі пазышмы. Беру айдар. Отец, все еще не знаю, где Арчер, но белый свет, кажется, Мерсер тут здорово намутил. Боже мой, если мы найдем Арчер, может, мы сможем что-то сделать. Я попрошу Афину продолжать поиски. Я вернусь к Руксу. Она наверняка найдется. А что? Növbətim isə bizi gözləyir. At kimi qaçır, Getdi. Yavaş, yavaş. Normal insan kimi davran, ay xeyli. Райли, отзывайте своих людей. Цель появилась. Кто? Арчер? Где она? На одном из складов белого света. Забудьте о ней. Возвращайтесь, у нас много дел. Уже в пути. Просто любопытно. На каком складе? Из рапорта узнаете. Шевелитесь. Вас понял. Альфа-Волк. Я нашел Арчер. Она на одном из объектов Гентек «Белый свет». Отправляюсь к ней. Ладно. Кстати, Афина нашла документы по белому свету в Гентек. Она их сейчас расшифровывает. Посмотрим, что я там найду. Держитесь. Okay. Арчер должна быть где-то внутри. Нужно найти вход. Слышите меня? Всем отрядам, это Вайпер 4, объект в полной изоляции. Никто не выходит и не входит. Вайпер 4-1, доктор Арчер жива? Да, сэр, она у нас и никуда не денется. Прием. Редграун, нас атакуют. Требуется помощь. Daxil olaq içəri. Dostup razrişon. Окей. Афина взломала их камеры наблюдения. Я вижу. Это хорошо. Очень хорошо. Угу.
деятельности в комплексе. Запущены протоколы карантина. Red Crown, это Viper 4. Сообщаю, у нас утечка токсичных реактивов. И враг на территории. Комплекс в полной изоляции. Жду приказов. Прием. Ясно, Viper 4. Для нейтрализации Хеллера отправлен отряд. Удерживайте позиции. Прием. Mən heç yox qaqaş yəni. Mən iynə batırmadım. Сары. Повторные нарушения химбезопасности. Критический уровень заражения воздуха. Близкий к смертельному. Алла. Капитан, алла, это доктор алла. Арчер. Если протечки усилятся, испарения разойдутся по всей базе. При всем уважении, доктор, закрой рот и отойди. Всем отрядам Вайпер, двигайтесь к химическому складу на переработке. Сосредоточить огонь. Нужно убить этого ублюдка. Хеллер, ты идиот. Это крайне токсичные реактивы. Ты нас всех погубишь. Я насильно вас оттуда оттащу, если придется. Живо! О, нынешний. Я зуба. Не стоило сюда приходить. Добра. Будешь меня молить о смерти. Ты думаешь, ты лучше нас, да? Окей. Сен пошла на атаку, пиздец. Ты ничтожество, Хеллер. Ты даже хуже, чем ничтожество. А, не деньги, за нам бьёшь. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри внимательно, Хеллер. Это будет твой последний урок. Какого? Они тебя на части порвут. Если понадобится, я еще щеночков позову.
да. Сюрприз, сукин ты сын! Добра. Хочешь сделать хорошо? Алла. Коля. Вот так, щеночки мои. Убить его. Убейте его и съешьте. Опоздал, Хеллер. Моя работа тут выполнена. Onun gözü bana ver. Beynin içine girer, yok ya, yüreğine var da yok. Осторожнее с образцом, Дженкин. Он гораздо ценнее тебя. Доктор Арчер. Это так. Культура, которую вы добавляете в белый свет, была взята у самого Алекса Мерсера. Именно. А потом отнесись к нему с почтением. Иначе будут последствия. Ожак Стайполич. Уже мен де чакыра биләчәм о чанаварларны. Чанаварларны мен де чакыра биләчәм. Полковник, он в ловушке. Что прикажете делать? Уничтожить его. Бейни басырам. Чанаварларым гәлер. Ой. Жопа. Чекмейт, говорит Вайпер 24. Хеллер все еще жив и похоже, он управляет зараженными. Чекмейт, говорит катапульта 4-1. Ведем бой с объектом. Прием. Вас понял, 4-1. Не упустите Хеллера. Конец связи. Давай, чем сюда? Чекмейт, у нас тыло зараженный. Их толпы. Господи, в нас бросают всем, чем можно. Не могу удержать управление. Ха. Проголодались, да? Атуй. Артилла. Супер. Интересно, а тапочки они приносят? Бир маралы доллар дешели. Тапочканы кетерилер. Задан глупо. Ой, не везе. Ты нашел то, что нужно? Не совсем.
Мерсер отравил белый свет какими-то гемокультурами, своими культурами. Это все, что я знаю. Это плохо. Попрошу Афину узнать координаты всех складов белого света. İçməkdən... İçim yıxılırsan bura. Nəyə yıxılırsan bura? Sən də bunu gülürsən, lağ eləyirsən. Güllüyə görə sən də içmək gərək. Burada dəxilsiz söhbətləyəcəyə görə. Sən də dostun yanına get. Söv. Gürək görə başınıza nə gəlir? Джейнс, развитые каким-то образом изменяют белый свет. Афина считает, они используют инфраструктуру черного дозора. И для чего же? Не знаем. Но одного контейнера хватит всего только на 50 кубометров. Может, сделать управляемый выпуск, понять, в чем дело. Афина дала координаты контейнера с уже измененным белым светом. Если хочешь привлечь внимание Мерсера, лучше не придумать. Но, Джеймс, послушай. Я знаю, это твой взгляд. Это взгляд человека, который решил отречься от мира. Бога ради, ми амиго. Посреди всего этого, не потеряй самого себя. Я знаю, что делаю, отец. Но ми... Я варам сына, озвей свой тирма, да? Хэмши озну. Ола ты, что мэн билем, нейни мэр. Нейни мэр лазым, да? Хэм, мэнэ шим өргетмэ, да? Белэ сөз сохтуна. Папаша, сөз сохт, ки мэнэ шим өргетмэ, озым билэмэ. Выброс для начала. Начинай развертывание. Сейчас? Вы серьезно? Но это же против протокола. Нельзя же... Капрал, открыть клапаны. Есть, сэр. Не могу дышать. Что за херня творится? Вай. Да, плохо дело. Джеймс, что случилось? Не могу сейчас говорить, отец. Ред Краун, говорит Редлер 5-1. У нас тут ЧП. Белый свет заразил Редлера 5-2. Они сошли с ума, жду приказа. Редграун, я же сам видел! Скажите, что делать! Редграун! Идет группа Гентек. Прием. Как?
Итак, отец, этот белый свет превратил солдат в развитых и убил или заразил всех остальных. Ихас де суппута матра. Так вот, чем занимался Мессер. Он отравил белый свет, чтобы распространить вирус. Джеймс, рядом склад белого света. Быстрее дуй туда и проследи, чтобы никто не открыл контейнеры. Принято. Ред Краун, говорит Вайпер 5-1. Все хранилища белого света в зеленой зоне закрыты. Мы... Что? Точно? Ред Краун, большое количество зараженных у хранилища белого света на базе X9. Окей. Твою мать. А представляете, Гентек выпустил бы этот белый свет. Весь город бы кишел развитыми. О, Алекс, мыши легенды. Какое разочарование, сержант Хеллер. Ты нарушил мои планы. Зря потратил белый свет. Я так на тебя рассчитывал. Столько тебе дал, а ты даже не в состоянии это оценить. Не понимаю, о чем ты говоришь, блин. Жаль. Прощай, Хеллер. Меня нельзя убить. Меня не убить, мудила. Меня не убить, Шарафет. Как насчет тебя? Хотел быстро это сделать, но теперь будешь страдать. Ага. Мать! К складу белого света направляется 20-метровая Годзилла! Ай, дьявола! Видимо, дело рук Мессера. Останови эту тварь, пока она не повредила баки с белым светом! Что делать-то? Охереть! Ред Краун, это Резлер 1-2. Передаю вам изображение этой громадины, жду приказов. Принято, Резлер 1-2. Ждите приказов. Прием. Ждите? Твою мать! Это шутка такая! Окей. Твоя жопа! Шач. Вот срань! Это Джеймс Хеллер! Он этому монстру только что ногу оторвал! Охереть! Оно еще живое! Создание еще живо! Ой, Штура. Он меня фильмовал. Алла. Тебя разорву! На кусочки! Ред Краун! Объект рвет эту тварь на части! Скоро все кончится! Вот жопа! Отступаем! Назад! Все! Окей. Все, конец! Все в атаку! Убьем эту тварь, пока есть возможность! Роджер! Вы это видели? Хоть что-нибудь это видел вообще? Фу. Охереть!
Чистыш. Алло? Отец? Сабрина? Кто? Отец, отец, отвечайте! Вашу мать! Ред Краун, это Краун 3. Алекс Мерсер только что вышел из дома на юге зеленой зоны. Вот срань. Это квартира отца Гуэры. Кашту, Алекс Мерсер, отец Гуэры не винет собой, милет. Ну, еле касмах лазун. Отец! Отец Гуэрэнэ Мерсер Джабарды. Öldü atıcı koyarım. Atamız rahmete gitti. Zaraza. Böyle atıcı koyarım. Ты, блин, еще кто? Ага. Майя? Отец Гуэра öldü. Алекс Мерсер попал. Надо попасть в красную зону. Но где искать Дану? Окей. Можно сказаться. Kaça gidek tez bazar. Kaça gidek, kaça gidek. Kaçta. Kaçta. Appala. Demeli kras zona, kırmızı zonaya keçməliyik. Алекс Мерсер батсыда. Үзесіне далашмағына өттүрі. Гражданский агитатор, работающий под псевдонимом Афина, это Дана Мерсер. Сестра Алекса, срочно отправляйтесь в красную зону. Найдите ее и уничтожьте. Ага, если Дана хочу Мерсер. Найти Дану, придется стать одним из этих клоунов. Дана Мерсер'ı tapmağına ötürü o həmin klonlardan birinə çevrilməliyəm, olmalıyam daha doğrusu. Через пару минут я уже стану тобой. Всем отрядам, это Левша. На объект совершено нападение. Срочно защитите периметр. Катапульта 4-1, взлетай уже. Есть, иду в атаку. Okay.
Сауспо, я заменяю катапульту 4-1. Ага. Если вы не в курсе, Крикун ему только что башку откусил. Да, такое тут постоянно творится. Ладно, новая катапульта 4-1. Готовы забрать Афину? Поднимаемся в воздух. Авиагалхары. Сауспо, это катапульта 4-1. Приближаемся к пункту эвакуации. Вас понял, 4-1. Удачи, она вам понадобится. Demeli çeşitliği красной зоны. Красная зона, кırmızı зона, конкрет. Ахмер зона. Дәлхалатта, görəcəksiniz, kırmızı zona dəlxanadır. Başı gəldi kırmızı zona. Görürsüz yanır rayda. Sükündədir. Катапульта, при всем уважении, я думал, нам надо лететь за данный Мерсер. Не волнуйтесь, 4-1. Машины в квадрате Альфа отслеживают координаты данный Мерсер. Наша задача защитить машину. Склон эту стерву отыщем. 4-1, тут сказано, что в этом был лучок. Да, типа того. Катапульта, это шифр 2-3. Ага. Я в телеметрическом танке. Дайте мне еще 30 секунд. Я почти локализовал данный Мерсер. 4-1-4-2. Слышали, что техник сказал? Следите за грузовиком. Вас понял, Локсмит. Вас понял, Локсмит. Вертушки летят на помощь! Вперед!
Локсмит, это шифр. Меня тут прикончат сейчас. Локсмит, ребята, вы что там творите? Меня на куски порвут. Еще чуть-чуть, и мне тут кранты. Ага, öldürdüler. Öldürdüler. Это шифр 2-3. Есть координаты. Уже загружаю их на флешку. Что за... Чёртова земля трясется, я... Фу, проклятие! Локсмит, заберите меня срочно! Давай, топ. Чаль-чаль-чаль-чаль. Ладно. Нужно добраться до базы отель 277. Нужно данные расшифровать, иначе они бесполезны. Катапульта 4-1. Срочно отведите техника в квадрат отель 27. Оставайтесь там до окончания доставки. Потом вернитесь в район действия для атаки данной мессеры. Вас понял, Локсмит. База отель 27, говорит Локсмит. Приближается катапульта 4-1. Уровень допуска выдали. Срочно откройте площадку. Прием. Ага. Локсмит, это Гринбек на отеле 27. Можете садиться, прием. Окей. Мне срочно нужен дешифратор и доступ в сеть Blacknet. Так, пошло дело. Давай. Получилось. Есть адрес этой гадины и все остальное про нее тоже. Передаю координаты. Катапульта 4-1, говорит Локсмит. Бросайте все силы на указанный пункт. Сотрите эту стерву с лица земли. Прием. Вас понял, Локсмит. Гарантирую, она исчезнет с радаров навсегда. Иролек, вертолет, но... Иролеч... Дана Мерсер? А? Кто это? Откуда у вас мой номер? У всех в черном дозоре есть теперь твой номер. Хеллер? Дерьмо. Они же знают, что я здесь. Ладно, шлю координаты. Встречаемся через час, ясно? Я буду там. Окей. Burada hündür bina dəhşət çoxdur. Hər yanda da zombilər var. İnsanlardan çox zombilər var. Məsələn, bax, bir yana buna vurdu. Bir yana buna. Bir yana buna. Bir yana. Bir yana buna.
Окей. Окей. Belə. Əzizləyicilər, bu bölümü də sonlandırım. Çox çəkiliş getdi. Növbəti bölümdə görüşəndə öz yaxşı baxın. Allah'a emanet olun.